Визы дорожают в 2,5 раза. Изменился консульский сбор в Индию. Вместо 40 долларов туристам придется заплатить 100. Остальные условия при этом остались прежними. Тот же пакет документов и дополнительный сбор примерно в 3 рубля. Стоимость визы увеличится и по египетскому направлению с 25 на 60 долларов. Решение вступит в силу с 1 июля. Такая мера обусловлена ростом цен, экономическими и финансовыми проблемами. Напомню, последний раз КАИР повышал стоимость виз 3 года назад.